Приготовились! У меня была завязка, из чего можно раскрутить историю. И она у меня в записной книжке где-то лежала. И требовала какой-то доработки, доведения до финала и так далее. Но без конкретного повода снять, лень — это же великое дело. Она так и лежала на уровне микрозамысла. Момент, и сейчас мы ее смоделируем. Итак, будем, так сказать, считать, что вы находитесь в безлюдной местности. Спереди у вас арка, слева мусорка, по центру бетонные плиты, сзади сгоревший автомобиль. Ты сейчас как в телепузиков играешь. Приготовились. А когда мне предложили снять этот фильм и сказали, какие есть примерно сюжетные условия, объединяющие все фильмы, что общего должно быть в каждом из фильмов, я подумал, ага, я возьму эту историю и доработаю ее так, чтобы она выполняла задачу, которая стоит вот именно сейчас. И придумал середину, придумал финал, адаптировал ее примерно к тому хронометражу, который предлагался, потому что если бы я снимал эту же идею, но для другого случая, это могло быть короче, длиннее, могло бы происходить в другой чуть-чуть местности, люди бы могли попасть куда-то еще. Поэтому я заново написал ее для этого фильма.